Ребята, всем привет! Время у нас 11 час. Я никак не раскачаюсь. Все лежу, лежу, смотрю. Мне Андрей здесь чувствую уже шкварчит что-то. Андрей мне уже завтрак приготовил. Только вставай. Что-то сегодня как-то не очень хотелось вставать. Почему, я сама не пойму. Но у меня бывает такое. Восемь в зиму. У меня так бывает, так знаете, хочется спать. Вот. Андрюшка здесь, без маячонки, раненый. Да, с утра уже весь порезался, блин. Я тебе это вот так закрыла. Да. Ага. Только плечи открыты. Хорошо. Палец порезал, тоже стоит вон. А тут сказал, что опять зевает. Я опять зеваю. Ну, я только проснулась. Сейчас позавтракаю и начнем заниматься делами. Меня. Завтрак. Я уже давно позавтракал. Ждал, я приготовил тебе и себе. Ждал, но все, поел. У меня уже она остыла, в принципе, даже яичница. А я здесь рыбку вчера достала. Рыбку. Пойдем в гараж. Опять жарить. Здесь головы. Надо пожарить. Я же люблю головы. И это. Ну, просто он гибрид. Уже оставил, Андрей. Все, надо в холодильник убрать пока. Пока пойдем. Но он же холодный, да? Он холодный еще, да. Ну, значит, еще, да. Угу. На улице у нас что там? 4 градуса, ты сказал, да? Да, ну сейчас уже 5, наверное. Теплее. Солнце, но ветер холодный. А что-то с обеда, да? Там с 12 часов вообще ветер. Ну да. Показывает, да, не знаю, может, понимаю. Ну холодно прям с окна, вот у нас на проветривание окно, прям чувствуется отсюда, прям сифонит, холодный прям северный ветер. Ну, что говорить, вот какая у нас ива красивая, да, Андрей, стоит, я прям вот на нее когда смотрю, прям я любуюсь ивой, такая прям красавица, разрослась прям большая такая, их там две, а нет, две. А второй, ну, да. Нет, второй там этот. Вязь. Нет, кто тоже там? Ива. Только она вон что-то засохла у него. Некоторые. Макушка, тоже, да? Да, вторая. И третья туда дальше, еще на той стороне. Но та не пострижена. Вот. А, маленькая та. Это вот постригли. Раньше я ее стриг. Ну да. Кроликом я состригал ее. Она была всегда вот такая обрезанная. По низу красиво. Вот ее опять обрезали. Вот эти вот лохмотья не висят. Листва такая вот, а аккуратные, ровные края. Ну да, чтобы видно было. А раньше я вот обрезал, кроликам давал. Кролики мне ее прям любили. Есть. Да, кролики любили его. Ну, красивая его. Так, все. Пойду-ка я завтракать. Давай. Ну, ребят, вышла к нам березка в магазин, а у нас такой ветрограничный ужасный. Я еще белье навешала, настирала, навесила. Но я прям прищепками хорошо-хорошо прикрепила, не знаю, как бы не посносила. Ветер ужасный. Фу, прям холодно. У нас картошки нет, а я что-то захотела пюре картофельного. Ну, я не уверена, что здесь будет картошка, но зайдем, глянем. Мусора у нас, видите, ну немножко это еще убрали, хорошо. Там было вообще мусора полно. Баки очищают, ну как бы выбрасывают, а это остается мусор. Ну это другая, наверное, служба, вот этим заведует ветками, да всем на свете. Хорошо, рядом магазин, но здесь много чего есть, но вот единственное, что бывает, что картошки нет. Ну видите, этот мужик у нас бомж. Бомж появился. Когда-то он жил там кое-где. Сейчас вот опять появился. Пропал, лета не было. Сейчас опять объявился откуда-то. Картошка есть, очень хорошо. Не сморожена, но вот Василиса у нас простую любит. Она хорошая картошка у вас? Ну давайте, почем она? 24. Ну давайте, килограмма 2. Вот всякие вкусняшки Василиса у меня ест. Да все есть. Такой магазинчик небольшой, но много чего есть у нас. Березки хорошие. Ассортимент такой большой. Вот, я вам ни разу не показывала. Хочу пока. Вот. Все здесь. Вот и колбаски разные. Видите? Все, что хотите.
Такая рыбка тоже вкусная, я брала селедку, скумбрию вкусненькая. Так, Василиса меня просила смайл какой-то, вот этот, как смайл, что он называется, не помню. Сейчас я ее возьму. Слайм, господи, смайл, слайм. Слайм просила, сейчас надо будет ей взять смайл. Вот этот большой с бабочкой. А что-то она мне еще здесь просила, вот слайм, и что-то она мне еще говорила. Я говорю, да, баба, денежки получит, мы купим. Но мы как бы уже так договорились, потому что мы практически здесь каждый день обитаем. Она вечно приходит к нам, и всегда мы идем сюда, что-нибудь да ей берем. Так, здесь, знаю, постановлю, здесь район-то такой, как деревенька, понимаете, на окраине живем, поэтому, если что-то тебе нужно, куда бежать? Вот, бежим к нам в магазин. Ладно, девочки, сейчас пойду я картошку брать. Молочка надо еще купить. Поставили чайник. Сейчас согреем чая, попьем с вкусняшками. И уже потом пойдем, наверное, это, рыбу жарить в огород. Сейчас пюрешку надо сварить. Хорошо, картошка здесь была. 22 рубля, недорого, я считаю. Смотрите, беленькая, но вроде хорошая. Не знаю как. Посмотрим, на вкус она будет. Мы же редко картошку едим, в принципе. Ну вот, ну хочется хорошее. Молока взяла, тоже для этого, для пюрешки. Ну и все, здесь Василисе. Вот такие вот мармеладки, червячки, жучки она любит. Это мы к чаю взяли. Вот она у нас не ест всякую вот эту вот. Наоборот, бы печенье какие-нибудь, ну, редко ест. Это овсяное с крошкой шоколада. Вот, две печенки таких взяла, это нам с Андреем. Ну, как сникерс, что ли, она сказала, с орехом. Я взяла две штуки всего, чтобы съели все, чтобы у нас не было. Потом вот такой браслетик, мороженое взяла и вот смайл, слайм, господи, слайм. Ну что же я путаю вечно, слайм вот такой вот с блестками. Она когда-то брала, я решила ей опять такой же взять. Вот, ну и вот такую штучку. Что она там? Господи, скажи, бабахни ее. Вот. Ну, вот такой вот. Шлепнуть надо. Да, шлепнуть. И шлепнуть, отключить точно так же. Чтобы загорелось. Ну, это на пакете просто никак. Ну, да. Ну, вот это взяла я. Придумать. Знаете, 90 рублей вот это вот. И слайм 155 рублей. Все, сейчас будем чаек пить. Кофеек. Ну, там холодно. Там такой ветер. Мы, наверное, будем жарить в гараже рыбу. Ну, посмотрим, у нас там, в принципе, закуток. Да, ветра-то нет. Посмотрим. Ну, прям там ветер, вон белье я повесила, оно все замотало. Я уже сейчас его немного раскрутила, оно опять заматывает. Ну, зато выветрит быстро. Да? Начистила картошки. Сейчас сварим пюре. И пойдем тогда уже в огород туда. Знаете, все 2 килограмма ушло картошки. Вот. Картошка очень хорошая. Не знаю, как будет на вкус, но вообще, практически вообще одна, что ли, картошка была. Ну, не то, что гнилая, так чуть-чуть, знаете, были как бы эти, чуть-чуть, немножечко так вот, глазки. А так ничего, было все отлично, прям картошка хорошая. Посмотрим, если будет хорошая, надо прям еще взять, сходить. Ну, редко мы готовим, но все равно пусть лежит. Вот, сейчас закипит. Ой, у нас ножи такие острые у Андрея, вот смотрите, он точит постоянно ножи, вот резанула себе. Ножи покупала в фикс-прайсе когда-то. Вот такие у нас ножи, смотрите. Вот, простятский нож, я не знаю, сколько он стоит, вообще он дешевый. Вот, еще один еще показал, такой же, только зеленой ручкой. Вот, тоже такие хорошие ножи, острые. Вот. Но они практически даже вот и не тупятся. Ну, слегка, если затупится, Андрей всегда точит. Ну, вот резанула опять вот руку. И Андрей сегодня себе резанул, я резанула. Но зато острые ножи. Андрей здесь делает картошечку. Ну, мы уже не раз показывали. Вот так вот. Блендером. Получается, на маленьких оборотах очень вкусная картошка. Да, на больших оборотах я не люблю, она получается такая... Слишком мелкая такая, я не знаю, как... Как кисель. Да. Такой густой кисель получается, а да, здесь вкусный. Да, я вот на восьмерке делал, ну, тут вот на малых таких, ну, на средних оборотах. В принципе, она такая, как толчон, только прям полностью вся разыграна. Нежная, вкусная картошечка. Да. Вот редко едим картошку, Андрей, только сейчас говорю, так это...
Захотелось картошки пюре. Это очень редко мы едим ее. Можно я попробую картошечку? Попробуй. Что как? Зернистая? Ну, хорошая прям. Хорошая, да. Угу. Она как зернистая, как это. А то бывает она прям... Не как клестер. Не... Ой, какая картошка вкусная. Слушай, ну, надо картошки еще сходить купить вот здесь. Угу. Нет, килограмм 5 взять, пусть. Иногда на нас нападает. А не всегда такая хорошая картошка бывает. Надо всегда смотреть. Вот взяли немножко, попробовали, и вот, пожалуйста, еще можно взять. Ой, что-то я замерзла. Сейчас, наверное, это опять чай надо попить. Тут тогда пойдем в огород уже. Я уже Андрею говорю, не знаю, рыбу где там жарить. Ой, что-то я полежала немножко, это замерзла. Хоть и тепло сейчас дома. Сейчас скажешь, ну нафиг, холодно, давай дома жарить. Не, дома мыть не хочу, все это перемывать, всю плиту. О, не, как вспомнишь вот это жарить. Ну, может, на костре пожарить? Там холодно. Холодно. Да. Посмотрим сейчас. А как на природе люди живут? Не знаю. У нас вон это... Когда мы с тобой были в пятерке на днях, да, там это парень собирался на Волгу. Помнишь, он говорит, на ну куда-то там, на рыбалку, он говорит, на несколько дней, он сказал. Но он там коньяка брал, несколько бутылок, да, всего там целое это, ну, это набрал там на отдых. И что-то дошло... Не знаю до чего, но он сказал это. Продавщица, что ли, говорит, что-то все затариваются, а он говорит, я вообще-то на рыбалку еду. Ну да, она говорит, ничего на смене не произошло, куда-то все что-то затариваются. Ну да. Но он говорит, не знаю, я на рыбалку. Я на рыбалку, она такая, о, не холодно. А я такая говорю, а что он там вон коньяку сколько взял? Смеялись. Ну, в общем, вот так. Ладно, все. Вкусное? Картофанчик. Очень. Вот такая картошечка. Ой. Вкусная, да, картошка? Прикинь, если с включенным блендером так на язык намотать, прям языка вообще отрежется. Ужас, конечно, страшно. Мы побольше сделали картошки. Вот так. Потому что... Ну, сегодня вечером дети, муж приедет. Завтра мама, Андрей, мама опять возьмет. Она друзья, тебя... я помою, не переживайте. Смыл бану. А ты скажешь, облизал весь мой номер. Мам. Как эскимо. Угу. У тебя мама когда была? Позавчера, да? Ты ее брал? Угу. Позавчера. Угу. Завтра он опять ее возьмет к себе. Да. Развлекает бабульку, чтобы ей не скучно было. Все, пошли. Я вроде бы это... Согрелась, но я все равно чай попью. Как хорошо блендер мы здесь держим. Смотрите. Вот, раз туда, и вот сразу. И не надо ниоткуда его доставать. Да, он сразу включенный. Да, он включенный. Вот. А то мучение вечно не если хочется. Если он где-то лежит, его неохота каждый раз доставать. Он у нас наверху всегда там лежал, и нам его вечно лень доставать. Да. Включать, доставать. А это Андрей туда приспособил, говорю, ну и хорошо. Так, все, молоко сейчас надо перелить, и все, идем. Вкусно пахнет, слышишь? Слышу. Ты вкусно. Чувствую. Иди. Идите, ешьте. Они уже осмелились, есть хотят. Идем, ухожу. Я тебе говорю, еще один, это третий, наверное. Да нет, их двое, знаешь? Вот они, двое там. Забыла принести еду, пришлось домой бежать. Побежала домой, принесла. Эти. Это же. Ага. Конечно, кушаем, мой хороший. А вот второй. Ну, какой? Ну, вон это два. Это тот был? Да, два их. А мне казалось, это другой. Они же это... Здесь же чужие кошки еще прибегают. Они, может, боятся вот без нас. Мы наложим, другие съедят, а они странные. Вот они, видишь, голубенькие. Не знаю. Да ну какие? Здесь ну, черный кот этот приходит. Ну вот этот кот, знаешь, я вот приходила летом раньше, когда ты на работе, допустим, те годы. Свечница у котла было кошек. То одни, то другие залазили сюда. Угу. Пошли. Пойдем. Пусть кушают. Все, уже при нас стали есть. Ну, кто угу. Мальчики или девочки, мы не знаем. Кто из них, да. Кто. Он убегает. В общем, у нас хорошо. На улице. Там холодно, а здесь затишье, и в принципе нормально, а там прямо прохладно.
убрала грядку, все. Здесь подметать не стала, а только вот здесь, ну и здесь немного подмела. Знаете, нереально подметать, потому что листья так и летят, и летят. Андрей говорит, да нафига подметаешь? Я говорю, ну я чуть-чуть еще. Вот пенек тот, Андрей его потом разбомбит, ну или сожжем, он такой сухой. Отень, отень. Мартышка. Вот. Ну, в общем, вот так вот, да, жарим рыбёху. Рыбёха. Андрей, у тебя рыб горит. Шеф-повар, давай. Харчевню свою открыла, убегаешь куда-то. Это ты меня выбрал. Да у нас котята там зашли котята. В гараж, орут там. Я говорю, вдруг там застрял котенок, мне жалко. Андрей пошел там их вызволять оттуда. Рыбка. Как же я люблю рыбу, слушай. Я хоть каждый день бы ее, наверное, ела. Вот. Ой. Может, масло надо нового сменить, подлить? Или еще разок? Там что, еще? Там... Я думал, там голову только. Нет, там голову вперемешку, наверное, с рыбой. С мясом. Я так люблю головы. Андрей головы не ест. Ну, я могу, ну, так. Когда нет ничего, когда нет, да. Он может голову поесть, а я нет. Я вот, я голову ем. Я как папа наш. Нас папа любит. Выбежал, выбежал. Мартышка. Ну, а чё орёт? Сытый же. А, он потерял своего братана. Того нет, вот он и ходит, его ищет. Мартышки маленькие. Ой, ничего, хорошо, прям здесь не дует. Здесь прям отлично, я вон раздетая хожу в этой, в толстовке. Прям нормально, не холодно мне. Вот, цветы пересаживать только на следующий год будем. Я даже, девочки, не знаю, что я с этой грядкой сделаю здесь с этим. Ну, как говорится, цветник хочу здесь сделать. Уж что получится, я даже сама не знаю, что у меня здесь получится. Вот. Ну, как бы большой такой цветник будет. О, смотрите, сколько места. Эту берем отсюда, конечно. Рассадим цветочки. Весной будем покупать цветы вместе с вами. Я там у девчонок, у блогеров уже тоже, которые в селах живут. Я у них смотрю, а у них там палисадники. У девчонок они сажают цветы. Кое-какие записала себе. Вот, ну, розочки хочу. Ну, не знаю, будут они расти, нет. Как говорят, они капризные. Я же никогда не сажала розы. Хосты вот тоже, они горят, когда солнышко прямое. Вот здесь их посадим, может, не так будет, по краюшку. Ладно, вот, придумаем. Здесь вот тоже подмела все. Вон, компостная яма уже, смотрите, практически полная. Вон сколько. А в углу еще осталось место. Еще Андрею говорю, все-таки на следующий год хочу малину посадить. Нет, я не трогала ничего. Посадим там малину. Вот здесь вот все-таки разберем, наверное, весной с Андреем. И посадим здесь малинку. А что площадь пустует? Вот здесь вот все это разберем. И вот будет у нас здесь малина. Хоть там можно тоже все это убрать. И здесь. Ну, Андрей вырубит все это. Ну вот. Там-то вот малина есть. Вон там она, малина. Она ягодки даже давала. Ну, там вдалеке. Но все равно надо здесь, если сажать, все это надо убрать. Это выгулы были, куры здесь бегали. Вот выгулы. Я же вам уже говорила. Вот. Что-то там бубнит стоит сам про себя. Как дедулька. Говорю, что-то там бубнит стоит. Что бубнишь? Сейчас к родителям еще надо съездить. Сейчас рыбки отвезем. Мы уже дома нажарили рыбы. Целый тазик. Мы уже там рыбку съели по кусочку с Андреем. А сейчас хотим... Давай, Андрей, чуть-чуть. Хотим картошку поесть, а потом уже поедем к родителям. И не хотим позже есть. Решили сейчас картошку. Это что ж сделали картофан, да? И не поедим. Надо картошечку поесть. Да чай горячего попить. Я рыбу съела, а чай не попила. Чай хочу. Это
Ветра везде такие. Вон сейчас новости слушаем, а мы что-то не смотрели, да? Там тополя, деревья попадали в областях. У нас даже в области, смотрю. Где-то или Саратов даже, да, Андрей? Что там говорили? Да, там в Саратове дерево упало. Ветки что-то на кого-то. А в этом... Где? Ну, где-то в области вообще снег выпал. Представляете? Молоков. Молоков. Снег даже выпал. Смотрите, хватит? Да. Вот. Такие вот дела, ребят. Чай хочу, чай с молоком. А, и картошка у нас будет с грибами. Здесь у нас песочники и грузди. С маслицем, с лучком сделала. Молоко, молоко, смотри, что. Побежала? Да. Я не перелила его в бутылку. Надо перелить его. Да, сейчас. Ты будешь молоко, Андрей? Ты же у меня молоко не пьешь, иногда только. Ну, сейчас не будешь. А я сейчас чая хочу, чайку. Я свежего заваривала чай. Бокал вот с этой кошкой. Василиса как приходит, когда говорит что-нибудь. Чай мне налили, воды. Баба только в мой бокал. Все. Это уже не мой бокал. Так. Дни летят, только встанешь утро. Уже вечер. Пока повозились, то все, уже вечер. Все. Эти два дня выходных пролетают прям махом. Так, Андрей, у тебя ложка есть. Все, ребят, мы садимся кушать. Кто с нами, всем приятного аппетита. Вот такой вот у нас вкусный, простой ужин. Да. Так. Так что все, сейчас мы поедим, переоденемся, поедем, съездим к родителям. И все, на сегодня все. Ребята, всем пока-пока. Пока-пока.